Партнер програми «Бардачок» – Харківська муніципальна страхова компанія. Ми повертаємо витрачені гроші. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите очередной выпуск программы для автомобилистов «Бардачок». И на ваших экранах снова я, Александр Трепетин. Несмотря на многочисленные и обоснованные сомнения, президент таки подписал закон о снижении акцизов на бэушные автомобили. И он даже опубликован. Этот документ вступит в силу с 1 августа и с некоторыми изменениями. Какими? Будем посмотреть. А пока об изменениях на харьковских дорогах. Один из приметных дорожных долгостроев – улица Чеботарская, которая не так давно наконец-то открылась для движения. По этой улице выезжают автобусы с нового терминала на центральном рынке. Ну и прочий транспорт также весьма интенсивно двигается по новой дороге. Однако, как говорит классик, ремонт – это не процесс, это состояние. Его невозможно закончить, его можно только прекратить. В полном соответствии с этим утверждением, капитальный ремонт улицы Чеботарской был именно прекращен. До завершения тут еще очень далеко. Один асфальт, просевший вокруг люков, чего стоит. Ну и выезд с Чеботарской на Конарева, она же в прошлом Красноармейская, явно не предмет особой гордости дорожников. Пересечение трамвайных путей в этом месте способно преподнести сюрприз даже водителям здоровенных грузовиков. А для легковушек лучше всячески избегать этого маневра. Так называемое междупутье, то, что находится между рельсами, не имеет к проезжей части никакого отношения. Потому что проезжать по этому может только гусеничная техника, а колесные машины это перепрыгивают. Если же перепрыгнуть удалось без вреда для ходовой части машины, то разогнавшись по ровному асфальту Чеботарской, водитель на первом же пересечении с улицей Малопанасовской будет несколько обескуражен. А где, собственно, знак приоритета? Для встречных есть, для едущих по Малопанасовской тоже, а для едущих со стороны Конарева где? Исчез? Или его тут не было никогда? Уверен, что именно второе. Со знаками на Чеботарской творится что-то совсем непонятное. Их количество не соответствует числу пересечений. Особенно удивляет перекресток с одноименным переулком. Выезжаешь с него, знаков приоритета нет. Едешь по Чеботарской в сторону рынка, знаков приоритета нет. Так что, пересечение нерегулируемое? Снова нет. Потому что один знак «Главная дорога» тут присутствует для едущих от рынка. Странная экономия на знаках получается. К счастью, на пересечении Дмитриевской все нужные знаки присутствуют в полном комплекте, вот только водители почему-то частенько их не замечают. Особо невидимым, судя по всему, является знак «Стоп». Примерно половина всех автомобилистов его в упор не замечает. Причем как при движении с Дмитриевской, так и при проезде по Чеботарской. Главная дорога здесь направление не поменяла. Еще с тех времен исторического материализма, как было, так и осталось. А вот добавление знаков «Стоп», по-моему, вполне оправданное, прошло мимо внимания многих проезжающих здесь. Явно полиции стоит принять к сведению этот факт. Что же до общего впечатления от увиденного на обновленной Чеботарской, то оно неоднозначно. Про знаки уже сказано. Добавлю, что движение по улице явно оптимизировалось для облегчения выезда автобусов с нового терминала. Но это вполне логично. Вот только для всех прочих открытие проезда по Чеботарской практически никак не облегчило подъезд к центральному рынку. Все равно приходится последние 200 метров протискиваться между припаркованными машинами, пытаясь одновременно разминуться со встречным транспортом. И такое упражнение без соответствующей лексики выполнить получается, ой, как редко. 30 июня в Турции был установлен мировой рекорд для серийных мотоциклов. Kawasaki Ninja смог разогнаться до 400 км в час. А на следующий день, 1 июля, в Харькове открылся официальный дилерский центр Kawasaki. Совпадение? Не думаю. В Турции на мосту через Измитский залив серийный мотоцикл Kawasaki Ninja H2R достиг отметки в 400 км в час, побив державшийся с 2012 года рекорд. Причем рубеж 400 был преодолен всего за 26 секунд разгона. Мотоцикл не подвергался каким-либо доработкам, ну разве что на него установили специальные шины Pirelli. Это далеко не первое достижение мототехник японского производителя Kawasaki, которое теперь доступно харьковским поклонникам бренда. На открытии мотосалона Kawasaki Харьков Автовия присутствовало много ценителей мотоциклов, и внимание привлекало несколько моделей, которые уже сегодня можно приобрести. Мотоциклы Kawasaki, в отличие от аналогичных продуктов конкурентов, создавались не просто как транспортное средство, а как изделие, приносящее владельцу удовольствие от обладания ими. На сегодня в модельном ряду компании имеются совершенно разные байки, которые объединяет философия Kawasaki, зародившиеся вместе с первыми выпущенными моделями. Дать возможность мотоциклистам полностью контролировать даже самый мощный мотоцикл и получать от этого максимум удовольствия. Модельный ряд у Kawasaki достаточно обширный, начиная от легких, скажем так,
малокубатурных скутеров, 125 кубиков, и заканчивая тяжелыми большокубатурными круизерами, тяжелыми мотоциклами. Любой, как начинающий райдер, так и продвинутый, может найти для себя то, что он хочет. Отличительной чертой мототехники Kawasaki является высокое качество продукции при не менее высоком техническом уровне применяемых инженерных решений. Каждый байк, независимо от класса, представляет собой маленький технический шедевр. И при этом даже в наших непростых дорожных условиях продукция Kawasaki имеет двухлетнюю гарантию. Да, мы только начинаем. Ну, будем стараться не набить шишек, скажем так, на этом пути, поскольку с мотоциклами надо быть в десятки раз аккуратнее, чем с автомобилями. На презентации нового официального дилера Kawasaki, конечно же, внимание привлекала не только продукция фирмы. Байкеры, посетившие мероприятие, получили возможность приятно провести время, да еще и выиграть ценные призы от хозяев праздника. Не исключено, что подобные встречи у салона Kawasaki станут регулярными, ну и традиционными. И совершенно точно, что ассортимент предлагаемых моделей не ограничивается одними мотоциклами. Вскоре здесь же можно будет приобрести квадроциклы и скутеры, и даже аквабайк японского бренда. А заказать все это можно уже сейчас в салоне официального дилера Kawasaki Харьков Автовия на Котлова 29. Реконструкция Павловской площади, которая доставляет автомобилистам столько проблем, должна завершиться к осени. Недавно городские власти наконец-то показали, ради чего мучаемся. Ну что ж, смотрим и радуемся. В конце июня прошел очередной этап чемпионата Украины по мини-ралли «Кубок Лиманов». В этом году, к сожалению, многие участники вынуждены были выбирать, в каком из этапов принимать участие. Кризис, однако. И тем не менее, этап Николаевия собрал весьма представительный пелотон из 42 экипажей. На Соборной площади Николаева стартовал очередной этап, который носил название «За мирную страну». Среди экипажей, собравшихся перед стартовыми воротами, были и машины команды «Хада Моторспорт». Харьковчане не выступали в Николаеве с 2014 года, выиграв тогда кубок в своем классе. Понятно, что в этом году наши земляки также нацелились на победу. Однако победить в этот раз было нелегко. Гонка проходила на грунтовых дорогах танкового полигона в 30-градусную жару. Причем плюс 30 было в тени, на солнце гораздо выше. Неудивительно, что такого температурного напряжения не выдерживала и техника, и люди. Из 42 стартовавших автомобилей до старта добралось только 27. Из двух харьковских экипажей до финиша дошел только один – Станислав Беседин, Андрей Боровой из команды «Хада Моторспорт». И не просто дошел, а в упорной борьбе буквально вырвал победу у соперников. После четырех проездов харьковчане опережали преследователей всего на 0,04 секунды. Все решилось на двух последних отрезках. Скажем так, далось нелегко. Была борьба. Скажем так, первую половину гонки достаточно напряженная с ребятами. Но, в принципе, потом удалось захватить лидерство и удержать его до конца гонки. Ну, как трасса? Трасса очень ходовая, скажем так, но новая для меня. Достаточно быстрая. Интересно. Несущиеся в клубах пыли автомобили один за другим наматывали круги по гоночной трассе. Всего длина круга порядка 20 километров. И трассу нужно было пройти 6 раз. 3 раза в одну сторону и 3 в обратном направлении. Помимо жары и пыли, неприятные сюрпризы гонщики получили в виде множества камней, порой довольно крупных.
Наверное, была очень нелегкая гонка, было очень жарко, была новая трасса, были большие скорости, но все обошлось у нас без неприятностей, все прошло без проблем. В итоге третьего этапа Кубка Лимана у наших земляков экипажа Беседин-Боровой уже вторая победа в сезоне. А Станислав Беседин в этом сезоне поднялся на подиум в третий раз. Он успел стать еще победителем и в харьковском этапе чемпионата по автокроссу. В планах команды «Хада Моторспорт» подготовка к домашней гонке. 3-4 сентября собираемся принять участие в гонке, которая будет проходить у нас в Харьковской области, в Дергачах. Ожидаем как бы большого количества участников интересной борьбы. Сейчас подготовка к гонке в Дергачах в полном разгаре. Насколько интересна будет осенняя гонка, увидим в начале сентября. Как знают все водители, если слишком сильно нажать на педаль тормоза, то колеса заблокируются, на асфальте останется черный след от покрышек. Звуковое сопровождение также будет хорошо заметным. Со стороны смотрится эффектно, но, увы, такое торможение неэффективно. Длина тормозного пути существенно возрастает. Чтобы водитель не допускал подобных ошибок, давно придумана антиблокировочная система тормозов, или сокращенно АБС. Своим появлением антиблокировочная система обязана авиации. Еще в 20-е годы прошлого века начались работы над тормозной системой самолетов, которая бы не допускала блокирования колес при посадке. С автомобилями вышло сложнее. Работоспособные образцы таких систем появились только в 60-е годы, а первые серийные антиблокировочные системы начали устанавливать Mercedes на свои модели с 1978 года. Начиная с 2004 года все автомобили, продаваемые в Европе, имеют такую систему в базовой комплектации. Принципиально в устройстве АБС ничего за все эти годы не поменялось. Она по-прежнему включает в себя датчики скорости вращения колес, клапанный механизм и блок управления, объединенный с ним в единое целое. Работает эта сложная машинерия так. При торможении компьютер через колесные датчики отслеживает скорость вращения каждого колеса. И если она меньше, чем расчетная, то срабатывает соответствующий клапан, и давление в тормозном контуре слишком замедлившегося колеса уменьшается. При выравнивании скорости вращения давление вновь повышается. При этом педаль под ногой водителя характерно вибрирует. Конечно, опытный водитель сам может четко дозировать усилия на тормозной педали, не допуская срыва колес в юз. Но вот делать такое при экстренном торможении уже под силу единицам. АБС работает одинаково хорошо, независимо от квалификации драйвера и от режима торможения. Наличие АБС позволяет достичь более короткого тормозного пути, чем при ее отсутствии. Кроме того, АБС позволяет водителю сохранить контроль над транспортным средством во время экстренного торможения, то есть сохраняет возможность совершения достаточно резких маневров непосредственно в процессе торможения. Сочетание этих двух факторов делает АБС очень существенным плюсом в обеспечении безопасности транспортных средств. Кроме того, АБС обеспечивает сохранение курсовой устойчивости машины, когда под левым и правым колесами разное покрытие. Например, когда машина на скорости цепляет обочину. Торможение в такой ситуации при отсутствии АБС приводит к мгновенному заносу. Еще одно неоспоримое преимущество современных систем АБС перед опытным водителем – способность четко дозировать тормозные усилия на каждом колесе, что обеспечивает не только эффективное замедление, но и стабильность поведения автомобиля при неравномерном сцеплении колес с дорогой. Однако антиблокировочная система отнюдь не панацея. Например, на рыхлом покрытии – снег, песок, гравий – заблокированные колеса при торможении предпочтительнее, так как на уменьшение длины тормозного пути будет влиять эффект бульдозера. Заблокированное колесо нагребает перед собой груду этого самого рыхлого покрытия и, упираясь в него, замедляется быстрее. Еще одна ситуация, когда АБС может навредить – это торможение по дороге, напоминающей стиральную доску с множеством небольших неровностей. На таком покрытии система управления тормозами может дать сбой, и длина тормозного пути резко возрастет. Кстати, такому поведению подвержены даже некоторые современные и отнюдь не бюджетные автомобили. Например, компания Volkswagen недавно вынуждена была выпустить специальное обновление программного обеспечения для тормозов модели Tiguan. Российские владельцы этих авто жаловались на непредсказуемо возрастающий тормозной путь при экстренном торможении. Что интересно, украинские сервисные центры Volkswagen своим клиентам обновление прошивки АБС даже не предлагают. Но это уже тема для отдельного разговора, а еще я обязательно вскоре расскажу о других системах активной безопасности автомобиля, использующих тормоза. Вот и все на сегодня. Очередной выпуск «Бардачка» подошел к концу, и мы расстаемся, как обычно, на неделю. Не забудьте включить ваш телевизор на наш канал в это же время. Ну а пока я, Александр Трепетин, прощаюсь с вами. Всего вам доброго, ни гвоздя вам, ни жезла.